Приветствую всех. Мы продолжаем наше зомби-выживание. Пока наш главный герой ходил, сражался с зомбями, наглый рейдер пришел и спрятался в домике. Вот. Так что пускай наш мальчик греется. Мы посмотрим на карту, что у нас тут происходит. Где может случиться вот чего. Да. У нас тут... Ходят ребятушки. Тут у нас пришли торговцы. Но тут еще зомбики движутся. Но зомбики придвижутся, скорее всего, к соседям. Так, Валерий. О, Лидия Моран. Это Валерий Хаб. Кого из них лучше выбрать, чтобы повстречать новичков? Ну, давайте ее. Привет. Ну, мы могли бы поторговать. Не, мы могли бы просто побазарить. Все равно у тебя ни хрена нет. Чем с тобой торговать? Не-не-не-не-не. Ну, куда ты собралась? Там, это вам нужно нас бояться. Вам нужно нас бояться. Ладно, заходи. Интрин, еще одна. Как тебя зовут, милый незнакомец? Спенсер Томас. И как твои дела, Спенсер? Да, жизнь такая, ничего себе штука. Смотри, мы ловушечки поставили. Так. Как ты себя чувствуешь, Спенсер? Да, я такая добрая, хорошая, милая женщина. Бывало и получше. Так. Ну, пока, наверное, не будем говорить о присоединении, пойдем побазарим с остальными. У них же отношения вроде как лучше должно стать. Ух ты, он снайпер. А продавать снайперку не захотел. Да. Вы можете найти новый дом у нас. Ясно, морковка и топор. Как ты себя чувствуешь? Так, ладно. Как тебя зовут, милочка? Шелби. Томик твой брат. А я думала, может, вы женаты. Как дела, Шелба? Вы можете обрести новых друзей у нас на базе. Да. И как ты себя чувствуешь? Так. Это нравится... Этому нравится. Хочешь пойти с нами, снайпер? Вот, блин. Ой, что ж за беда. Ну. Ты, блин, так, ставим, блин. Ставим на паузу. Включаем F2. Смотрим, где у нас последнее наше новоприобретение. Выбираем ее. Отжимаем паузу. Где наши... Стойте, не уходите. Я понимаю, вы обиделись на нас. Вы на нас обиделись. Давай. Ты меня знаешь хорошо. Я с вами ходила долго и нудно. Вот. Так, теперь идем за девочкой, пока нигде какой войны не началось. Как дела, девочка? Да, ну ты же меня знаешь, или лучше, чтобы с тобой поговорил твой братик. Ладно, давайте возьмем братика. Сестричка, это хорошие люди. Это хорошие люди, пошли с нами. Все будет хорошо. Так, давай, быстрей. Ту, блин, ну почему? Если ты... Работать с нами, блин. У этой как-то добрее получается. То есть брат на сестру хочет наехать. Ну да, твою мать. Твою мать.
Ну, брат, ты почему с ней не хочешь по-милому поговорить? Как самочувствие сестра? Ты ж моя сестра. Пошли вместе. На что делать? Ну, сейчас драться начну. О, классно. Блин, твою мать. Ну, на такой случай я уже как-то показывал. Есть такой вариант. Если, конечно, чужого человека она сможет блокировать. Нет, она сможет блокировать только своего. Вот непонятно почему. То есть чужого мы схватить не можем. Неужели придется девочку убивать? Не забыл собачий. Вот она вроде как и не враг, и не друг. И сражаться с ней не получится. Ну только что стрелять в нее, блин. Ой-ой-ой, тут драка, смотрите, что происходит. Пойдем с нами, девочка. Вот не надо ссориться ни с кем, все будет хорошо. О! Вот, они все вместе. Все вместе они. Так. Ой, ёшкин кот. F2 сообщество. Берем самого последнего. Берем девочку. Говорим девочкой вот этой даме. Перестань следовать за нами. Так. И куда мы пойдем? О, в этот момент надо сохраниться обязательно. В этот момент надо обязательно сохраняться. Так, теперь мы будем смотреть на карту, куда их отправить. Вот тут у меня малочисленное население. Тут, правда, особо работы нет. Вот у нас новая территория. Можно, конечно, попытаться их отправить прямо сюда, но я, наверное, все-таки увеличу количество населения на этой базе. Поэтому мы побежим, 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 побежим туда. Ну, в надежде на какие-нибудь приключения по дороге. Хотя вряд ли. Вряд ли этих приключений будет. Да, в ближайшее время придется, конечно же. Ой. Да что такое? Обувать, одевать всех этих новичков, давать им работы. Ну, у нас, кстати, да. Можно посмотреть, что они из себя представляют. Девочка-фермер. Как боец она, в принципе, вообще никакой. Да, она только фермер она. Фермер, ну, может быть, что-то готовить сможет. Дальше, новичок. Вот он огнестрел, у него уже прокачанный. А, у него не снайперка, у него 6,5 мм. Воздушечка и один патрон запасной. То есть его надо вооружать. У него огнестрел очень неплохой. Ему бы дать хорошее оружие. Медицина у него более-менее. Ну, стройка. Ну, да, вот больше он как боец для защиты базы. А вот тетушка, тетушка, да, хороша. Ну, практически на максимум прокачанный. Ну, практически на 4, не на 5 звезд. Конечно, стройка, фермерство, огнестрел в потенциале. Так что бабушка, тетушка такая неплохая, да? Пошли. Бум. Пошли, поздороваемся с соседями. Привет. Вы не захотели с нами дружить, она стала еще больше. Ну, пока там главный папа умирает с голоду. Вот это Лея Симпсона, где? У нас группа Александра. Да, это вот босс. Как дела, дорогой Сашенька? Ой, какая она хорошая женщина. Пускай борется, пока не напорится. Давайте объединимся. Ну как, зачем нам это делать? Мы дадим вам много вкусных бананов. Ну пошли вы тогда нафиг. Справляются. Не, ну, насправлялись тут, вот видите.
Они тут немножко понасправлялись. Ту волну зомби красных, что я вам показывал, они выбили. Дай собрать полезности. Дай собрать полезности. Патрончики. Так. Зайчика принесли. Так. Зомбикам было жарко, и они посымали с себя рубашки и курточки. Но выбросить не выбросили, они их положили с собой в карман. О, ты смотри, тебе досталась еще какая-то снайперка. И притом это обычная снайперская винтовка. Ну, довольно-таки она хорошо тебе пойдет. Тебе только надо патроны, блин. Как же вы мне дороги. Где там банда рейдеров? Так. У нас тут такие, правда, банда рейдеров. Но в этот момент надо что сделать? Конечно же, сохраниться. Пускай, может, эти сами тут пообирают, я не знаю. Надеюсь, что они это сделают так. Возвращаемся сюда. Что у нас есть? Строители. Магнестрел, скрытность. Ну ладно. Попробуем ним. Их таки немало идет. Ребятушки. Тут действительно банда рейдеров. Ну, кинулись на девочку на мою. Ох, ё! Девочка, убегай! Не стой ты столбнем, не стреляй ты по ним. Убегай. Так, мальчикам и это, девочка надо, или кто там у меня. Где ты есть? Где ты есть тут в этих кушерях? Покажись, золотко. Лесли Догерти. Побежали, Лесли! Нефиг, их слишком много, а ты такая смелая, я посмотрю. Слушайте, если я попробую их отвезти к вот этой башне, вот эти базовики у меня с башни повылазят воеваться. Не, они не хотят вылазить воеваться. Ой, а это было близко. Просыпайтесь, застава в ружье. Все на башне. Мы должны победить. Ай, убили у меня кого-то. Да твою ж дивизию, блин. Ай, блин, придется переигрывать. Но у меня есть сейв, да? Били это нехорошо. Так и тогда это дело надо будет немножко переиграть. Да? Нет. Вернемся сюда. Нужно обеспечить максимальную плотность огня. Так. Надеюсь, вы побежите туда, куда мне надо. Чтоб недолго мучиться.
всех возвернем сюда. Так. Вот этого возьмем под свое управление. А ты чего там застрял? Беги! Оно пошло. Какая сетка рабится ты, блин? Тут рейдели идут. Чтоб нам хрюндели надрать. А ты мне про сетку рабицу рассказывай. Ой, бежать, вот это кто-то тут забор понастроил. И зачем вот он тут нужен? Блин, да что там за идиот застрял, а? Твою мать, блин. Козлина. Блин, сказано было тебе шо, идиотина. Бежать сюда за стену, вот отсюда и будешь отстреливаться. Нет оно, блин. Я совсем не намерен переиграть 10 раз. Так, бинт у тебя есть? Нет, у тебя много воды, но бинта ни одного, да? Друзья мои, переложите мне рану. Смотрите, я истекаю кровью. Я же ж так могу умереть. Так. Так, что у тебя за оружие? Во, где винтовка? 9-миллиметровая. На что тебе тогда вот эти патроны? Это тоже убери. Ой, еще две дубинки. Ты жадный? Или ты как ниндзя с двумя руками будешь? По-македонски. Две дубинки, в каждой руке по дубинка, и ты будешь всех мочмалыжить ними. 9-миллиметровая, на, возьми. Пусть у тебя будет, ты хорошо показал себя в бою. Ой. Спасите, помогите. Да, я пострадал, перевяжите мне раны. Я ранен, ты можешь мне помочь? Давай, латай меня. Спасибо, ты настоящий друг, ты подлатал меня. А я пойду подлутаю. Ой, там они еще не все умерли. А я немножко ранены. Но у меня есть хорошая воздушка. Эй, женщина без штанов, иди, я подарю тебе новые штаны, все будет хорошо. Я тебе все прощу. Я все тебе прощу, не убегай. Не убегай, там могут оказаться зомби. Не убегай.
Ладно, надо спрятаться. Надо спрятаться, бо она нам покоя не даст. Ни дна и ни покрышки. Нет, ты меня не видишь. Давай поиграем с тобой в прятки. Ты меня не видишь, я тебе тоже. На. Я думал, это камуфляжная. Так, а куда ты побежал? Ну ладно, он побежал заниматься какими-то делами. Мы глянем, тут они оббирают, но они, как всегда, берут совсем не все, что надо. Ну вот ты смотри, вот смотри, дурак. Ты оставил пистолет. Ай, а давай посмотрим, что вы оставили тут. Осмотреть, или вы его вообще не оббирали? Мы его вообще не оббирали. А стой, ты куда тоже собрался? Так. Рюкзаки у меня собирают. А что ты за мной ходишь? Иди, оббирай, собирай полезности. Ну вот, я же говорю, поставляли дробовики. А это ж очень ценный предмет. Как же ж так можно было оставить дробовики? Ну, пока там занимаются хозяйственными делами, пока тут все тихо у нас. Мальчик мой сидит у костра, греется. А то ведь курятину ты что не умеешь? Ага. И где тут скушать? Потушить огонь. Посмотреть. Слишком тяжести мой сторож гудящий. Слишком утяжелен. Иди. Захватывай домики. Не, а что, я тебе не дал задание домики захватывать? Не может, у него аж 10 ролей. Так что надо кого-то посылать к нему на помощь. Так. Ты захватывать не можешь. Молодец, ты построила. Я понял. Господи, мне ж столько всяких дел надо переделать. Ладно, будем мы заниматься хозяйственными нуждами. Мне новеньких надо поназначать им, дать задание, дать оружие. Очень много чего такого нудного и скучного придется делать. Посему... Уважаемые зрители, я с вами на этом моменте, наверное, попрощаюсь. Но до следующих встреч, когда что-то интересное такое начнется активное, вы это обязательно увидите. Будьте здоровы, смотрите мои видео, смотрите другие каналы интересные. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, если что-то не понравилось. Но обязательно пишите комментарии. И до скорых встреч.